Чем они активируются, не бегите, потому что будет эвейт. Возможно, там один забагается, РДД развернемся и обнем. Пока там милики уешать будут. Ка, понял, принял. Вот на себя звездочку поставлю, просто сейчас дальше звездочки не идите, когда ворот откроются. Там не надо бить и так откроют. Что вбьете, никак не помогает. Ну что, бота музыкального нету в Дискорде? Откуда он здесь? ДК, иди к нам на маунт садись. Вар тоже. Что там, говорю, нет смысла в это бить вообще. Это куда писать? Бить. Где, на кого ролить, куда писать? На успеке напишите об этом сейчас. После точки, на скрине. А-а-а. Если на успеке ролить. А, еще от лута отказываетесь. На групп лути пойдем. Просто да лучше... все, буду нидить и разролим все в конце. Лучше забирай пизду, кто знает, что это. Ну я и буду забирать, просто чтобы время не тратить. Сразу отказывайтесь. Да, просто отказывайтесь, я все нижу, ролим по таймеру. Да лучше после сундуков разролим, ладно. Я бы забирал на твоем месте пизду, кто знает, да, кто там ох. Сидит. Там нехуй забирать, чуть-чуть, 7 секунд. Все, сейчас открываться будет, NPC уже идет. На маунт все ли? Вар, левых, правых все забираешь, никто их не бьет. Да, он чешку первую забрал. Первая первый же КД. Да. Угу. Первый КД же выбил. У Войда забрал, блядь, негодяй. Да. Я, кстати, вчера, если бы она упала, я на приста забрал. Конкурентов не было. Блядь, если бы вчера упали шмотки на кастеров, мы бы, сука, с Аделем, блядь, все три забрали, если бы все три упали. Угу. Просто не было выше по приору. Бля, упала вонючая чешка на танка. Всё, стоим здесь дальше. Вот, минимум. Видишь, два моба. Вар, вот готов все забирать. Сейчас они активируются, заберешь. Стойте, таймер еще не пошел. Стоим, ждем. Таймер пойдет, побежим. Все, побежали. Вперед танк с Аваниди. ДКшник, агри всех вот этих. ДК, ДК, давай вперед, быстрее, быстрее. Все, убили. Какие токены кинфел? Хотел бы герой, тут же по 500 тысяч хп, а их же порезали. Контакт еще не прохил. А, ты за углом. Вставай, вставай сам. Что значит почем? Почем что? Почем сколько... ЕП? Все, стоим здесь, ждем, сейчас хан добежит. Варчик, быстрее к нам тоже беги. Хуй знает, вчера... А, вчера были... За сколько токен ушел? 22к. Ковер забрал. Эрдру, ой, эрдру, говорю, сова, сейчас заход и танков, ну и ДДшников можешь. Прям сейчас ходки накинь. Ходки не вижу. Хотай. Танков, главное, заходай. Все, побежим. Все, побежали. Пошли. Пошли, быстрее. Вперед танков не идите. Смотрите, они кливают. Перед лицом старайтесь их не бегать. Все. Налево поворачивайте. Налево умираем. Диван раздайте. Не, СС, нормально. Надо дэшника зря. Ладно, себя сниму диван, чтобы Гера не было, когда СС есть. Все, быстрее умирайте. Сейчас отагрится с ним. Локонфель тоже был лучше сдох, конечно. Чем Гера, когда будет, ну ладно. Лок сразу шкаф ставь. Вы ешьте? Ласки там можете пить, если не пили сразу.
Герой через 3 минуты там. Вар спекнулся тогда, надеюсь. Да, вижу. Просто по центру танчи. Не готово, я же нажала нет. Ты нажала готово. Пиздобол, блядь. В смысле, скрин? Пиздо. Энджо, держите РДД. Хант, там не знаю. Короче, у меня нэшка написана на Никиту. Если перепишешь мне макрос, буду кидать на тебя. Вовремя-то. Если мелики много стаков, уходите от всех. Станьте вам за РДД. Только их не цепляйте. После коста в мили-зону. Сейчас в мили-зону пошли все. Разошлись. После коста в мили-зону. В мили-зону. А, к черепку сбежались. Разбежали. Геру, ты дурак? Ты, бля, один шаман. Говорю, даю. Нет, ты просто сказал Геру. Может, кнопку дожал раньше? Нет, ты у нас Геру просил. Сбежались. Эй, ко мне, ко мне. Чё, ты... Дай бомж. У нас, как обычно, скипнуть не получится, да? Или ты научишь ханта и друида? Ой, рогу и друида. Как их ну? Я ебу, что ли? Я сам не наеду. Тально. Ты не умеешь так? Давай, закинь инер по хапалу. Нас бежали. Череп. Нас бежали. Диспелить будет Редрик.
поняла. Маугли? Как его там? Маугли. А. Ты, Ред, ДЦ. Ну, в основном ДЦ и Ред. Жаль. Не надо борить. То есть на всякий. Отказывайтесь сразу от... А, ты ж поставил ответственно. Сейчас подождите, не играйте. Пусть дробяшка, пусть дробяшка, пусть дробяшка. С носа дробяшка падает. Ёпта. Да? Да. Нихуя себе. Чё там, троллейбой? Кастер. Знаешь. Хорош. Идите умирайте. Чё, дробяшка же больше ниоткуда не может упасть. Сласта только критым по 5. Нахуй она нужна. Чё, у меня тогда одна надежда, плащ и кольцо... Ой, плащ. Не бегай, не бегай, умирай, Рога. Плащи. Или ты типа скиллу ухож сделаете. Шея. Все, вставайте. А где кружок? Какой кружок? Юля, ты все думаешь, что я пьяный? Да, какой кружок? Ну, вар, ёпта, блядь. А, я не знаю. Ну, что-то не вставал, долго грузился или что. Всё, по интонации было понятно, да, что у меня опять мысли о том, что пьяный? Угу. Пиздец, меня легко прочитать. Ну, да. Чё, вар, спекайся сразу, когда бежишь. Захильте пока. Не начинайте там без меня, я релог делаю, лог. Ну, трэш пока что. Смотри, на балконе, ДКшник, иди агри и разворачивай их от нас. На балконе стоят. Вот этих вот на балконе. Блядь. Сейчас сагрил, забирайте. Забери, забери. И отверните сразу, не стойте перед лицом. Не назад идти, трэш чистит, да? А, ты уже там, да, назад. Ты можешь сейчас без тебя уже пока бежит. Блин, бог. Ну, чуть-чуть тебя тихо слышно, Акинфел. Там совсем нос слышно. Потом на кота, если что, не на угол. Нет, потом на кота, говорю, босс. Заход и танков. И смотри, бежишь умирать он туда вот в угол, куда я сейчас смотрю, звезда. Видишь? Понял, друид? Все, побежали танки. Побежали, побежали. Песня мне играет, вы не слышите. Голубой вагон? Всё, здесь умираем. Всё, дроид там же, умирай в углу, чтоб тебя срез достал. Про пчёл и мёд, да? Нет. Реально, пчёлки играют с процентом. Да нет! А кому ты врёшь? Через 13 секунд дам срез высыпать. Да, я сам сейчас дам. Зебись, где этот мосрез вообще? Я даю. Так, друид, если сейчас мосрезом не достанет, сразу вставай. Вроде достал, да? Да. Рыбу в студию. 5-8 рыбок осталось, уже 7, жрите. Тоже знал, блядь, что у РЛ нет рыбы. Mm. Никто не знал. Так, сейчас перед лестницей вот этих четверых забирайте. Первый бейте звездочку. Я стану дам.
За кучкой их не агрите, примерно куда-нибудь метку сюда приведите. Примерно. А только танки, если не были, разверните их сразу же. Да, их сразу разворачивайте. Все, поехали, агрите. Мое терпение на исходе. Вперед! Тотемы, милики, убивайте. Тотем. Сажер, тебя убью. Тотем все еще стоит. Все убью. Из бачку встань куда-нибудь. На вторую звезду. Я не помню, сколько процентов надо стан давать. 23. Нет, мало. В смысле много, надо меньше. Я умею. Если умеешь, надеюсь, собью. Сейчас звёздочку поставлю, бейте её сначала. Там ей проценты даже не... Поставили тут рели. Золом. Ладно, не жалуйся. Вы когда меня кинули, мне, сука, пришлось бедной женщине, блядь, забирать себе кару. Тебя никто не кидал, сказал, соберу. Не надо мне тут такого. Я, если сейчас хочу, стан. Значит, меня сейчас надо вести. Вот так вот. Пиздец, ты меня до неделю доджил. И за день я до конца. Я уехал. Это вообще не мои проблемы. Реально. Надо отменять все свои реальные дела, блять, и идти собирать не рейд. Сам сюда и... Да я дам. А, дашь, ладно. Эх, Юля. Что ж ты ими так крутишь-то, пацанами, ёпты? Да это, вот на самом деле, мне кажется, когда кто-то кем-то крутит, он наоборот об этом молчит. У меня все это в шутку. Ну не надо думать, что они тут все мои рабы, блядь, и всё для меня делают. Я понял, блядь. Так, танки знаете, что вот сюда вот, где я сейчас прыгаю? Ставите, забирайте по обликам просто. ДК, давай танчи первую фазу, потом он меняет облик, забираешь вар. И наоборот. Звездопад, да. А у тебя не достанет? До ну давай тогда вар, ладно, знаешь, обычный облик танчишь, ДК медведя будешь забирать. Только что на пульте. Я в варах не уверен. На пульте на вара. А, только на пульте на вара. Блин, поздно уже я. Господи, блядь! Чё? Дальше проведи. Ну отведи, сука, нас кливнет сейчас. Блять, БР быстрее. А, блять, БР сдох. Диваны дайте, СС кого-нибудь. Вайпим все быстрее. Охуеть, что это было, блять? Дал диван. Товар. Шаман тебе. Все, падайте быстрее, падайте. Падайте под диван. Шаман дал тебе. Да, вижу. Вставай спиной к боссу. Че за хуета, блять, ребята, нахуй? Угу. Кто там на СС, пул, если дал? Не успел потратить, сейчас на вара на всякий случай накинешь. А чё вы, блядь, вот Алканфель на рэкнологию, блядь, Кром... Милхант на Крома, нахуй. Вы чё, не можете Навара вдвоём дать? Как я сказал, я раньше дал, чем сказали. А. Пиздец. Чё вы ебёте мозг? Пускай ДК спулит, он потом с него заберёт через 15 секунд, нахуй, и всё, блядь, простую форму. ДКшник, блядь. ДКшник... Тоже голову ДК набирай, и что с вар тебя заберёт просто? Просто через 15 секунд заберет и все. Он 9 ЛПшек даст и заберет, блин. Ну там даже не в этом вара сложила как-то. А он танк. Не ебу, как его сложила, хуй знает. Вары? 11 тысяч, у него хп 57 тысяч. ДК стоишь всегда с варом в одном фрейме. Да, это был клиф. Это грубый взмах, это клиф был, блядь. Сразу ведите в этот угол, а не ждите. Пушите быстрее. Еще я ману резаю, похуй вообще. Еще ни разу на этом боссе не вайпала. Примите готовность как? Нет, я готов. Не приму пока. Ману смотрите. Блять, нет ее. Ну типа мы жрем. Ждем. Я даже банку выпил бездонную, блять. Я, в принципе, готова, я от босса отрегенюсь.
тоже готов. На кого? На вары все? Да, вары на полах. ГК тоже помогает сыграть. Чего стали, может, будете бить? Они лол, блять, танки пиздец. Не ругайте. ДК говорил, что первый раз танчит. Да, ну ладно тогда. Красава. Нормально, ну по крайней мере его пока не пробивало. Сейчас посмотрим, что дальше. Как это, в Хэнкоке. Этот Хэнкок прилетел, ты. Кастеры за кучку не стоит. Кстати, откинуло. Нахил достают, нет. Да. ДК, забери сейчас вару. ДК, таунт нажми. Вы меня с ума сведете. Медведь появляется сразу там. У него фрейм маленький, да? Прям совсем крошечный. Там в одном фрейме стоит, да там. С метки отдельно. Еще будет. Да, или Махан первый КТП. Раньше такое было часто. X2. Ну, в терпении. Слабенько. Да. Пласте будет. Долго бьем. Проблема. Можно и с таким ДПСом типа пронести, но нельзя ошибки делать.
Отказывайтесь, напоминаю, от лота. Отказывайтесь. Ну все, я забываю. Подождите, не пульте. Сундучок с золотами, можете умирать. Какой сейчас босс будет? Третий, ну, огненный птиц? Сейчас кот будет. Умираем. Все, просто умираем. Гнилом, блядь. Тебе надо, кстати, Милфхант? Скорее всего. Там на него. Первый раз же здесь ломание, говорит. Наверное, надо. Пуха у него. У него не фалик? Ну, а думаешь, он лучше будет? Тебе за РПБ это похуй, но здесь сокет и левел все-таки дают знать. Если что, просто автоатака будет ебать. Блять. Все, встаем. Хозяй, блять. Фалик без сокета. А, кстати, фалик что же 71-й? Ну тогда может быть, да. Может и не бис. Да нет, фалик хуже будет. Не, если он РПБ набирает просто так, да, это ему может зайти. И свалик. На кота идем, еще раз говорю. Вы как мимо крокодила бегаете или как? Нет, по воде. Тогда сапнул здесь кошку. Да, сейчас котов первые пачки убьем. Видите, тут пока. Я сапнул кошку. Так там он все равно в инвизи выйдет. Сейчас лучше убьем их. Блядь. Вы че, ёпта? Милфхант. Убивайте. А, ладно, притворился. Да, нормально. Нормально, нормально, нормально. Ладно, давайте тогда пробежим прям полностью до островка будем. ДК, хожди, день. Стой, не иди, не иди, не иди. Вы гоните, блядь. Забафайтесь, захильтесь. Захильтесь. Вперед танков не идите. ДК, старайся вперед даже вары не идти, чтобы хорде не по воде нам дать. СС, да, и также майклав на всякий случай. Главное, до воды дойдем и похуй. Все, побежали, давай. Вар вперед, ДК за ним. Идем, идем, идем. Все, до воды дошли уже, заебись. Все, вар, похуй. Хождение по воде, ну. ДК, обновляй по КД, тебя будет сбрасывать. Водомер. Все, здесь на островке умираем. Дальше вот не идите, вот прям здесь. Не надо дальше идти. Ждем, сейчас дойдут они, за нас убьют. Дивана можете дать. Не буду, я СС-ом стану. А, ну не надо, не тратьте диван, да, сейчас понадобится еще раз. Сейчас посмотрим, если этот масс-рез до тебя достанет, то хорошо, нет, нет. А сатрангрится? Нет, до ханта зунгам вряд ли достанет. Даю обычный рез, короче. Обычный, конечно, масс-рез до босса еще сейчас бежать. Окей. Зунгам, Милхан, сразу вставайте, вас сумму. Лок там первую очередь резните, шкаф пусть протыкает. Прошел, вы. Монти сразу вара и Милханта. Че вара-то никто не сумнул? Тыкните. Сумнул. А. Куда-то не туда пошли немножко. Я добегу до босса. Есть что, масс-рез там? Так, танки у вас есть, свобода действия в деле? Да-да, нет, нет. ДК есть? Танкинь трейд шаману. Кто говорит это? Это зелье. Зелье свобод действия называется. Сейчас, когда прежде чем побежим, выпьешь, на маунту садишься и бежим просто до босса. Так, локу, да, дайте еще одно, если есть кого. У меня, ладно, похуй свое там. Ой, блядь, еще раз кинь. Ну что, танковское колечко получается. Думаешь? Угу. У меня есть. РДДшное. Паладине. Это единственное, сейчас что я могу забрать. Даю ДБМ пол.
на второй секунде третий где-то пьете, на первый уже бежим. На атаке, точнее. Пейте зелье, садитесь на маунт и побежали. Вперед танков не идите, побежали. Всех зарутаю, если надо будет. Там за варом беги, врежешься, там лестница косая. ДК. Здесь направо уходим. Все, умираем. Блок добежал, главное. Где ты умер? Я дам мастерс. Блок нормально. Все. Милфант, если лес не достанет, сразу вставай. Если не достал, вставай. Вставай. Шкаф давай. И пока вот здесь сверху, на палочке. Где я сверху? Какой палочек? Вот. Где? Вот, ты что, слепой бестолочь? А, сзади рыба, если что. А потом палочка. Собери мне золоман, бестолочь. Ну. Короче, ведь нахуй тебе лук одел? Потому что ты меня ёбишь? No. Все, ребафайте. Короче, Адель, я так понял, ну ты мне волонир соберешь, короче, раз такое делаем. Ты делать мне больше не хуй. Себе собирать его жизнь не буду. Ты что кому-то? Так, мелики, тотем, бьете. Танки, если честно, я не знаю, как танчить. Кром, ты знаешь? Если знаешь, он ДКшнику скажи. Да, расскажи, я не знаю. Один танчит, получается, босса, а другой, как только, ну, по команде, по моей, то есть его просто это на... Когда у босса проходит 27%, ты должен сразу же табать и рысь на себя забирать. То есть второй танк чисто будет у нас забирать как бы моба, а другой танчит босса. Ну давай ДК босса, а ты кром танчишь рысь, получается. Рутян говорит, знает, что делать. Короче, тотемы будут кидаться. Тотемы сразу свечите. Мелики кливайте, тотемы. Да. Тогда давайте что-то. И ДД у нас не было. Смотри, как только тоже фаза начинается, мы на пуле, на, получается, вар. Агрите, агрите. Агрите, агрите. Агрите сразу. Все, все, веди к нам, веди к нам, босса. Сразу отворачивай спиной. Мелики били. Геро. Блять, кто мне дискорд? Готовимся, сейчас будет. Рысь. Бьемся, рысь. Не надо бэрить пол. Тем, тотем. Так добить. Мало ли понадобится. Там просто после удара сразу она выскочила, убила его. Типа прошла уешка, выскочила рысь, его добила. Тотем. На телефон. Также, когда я скажу, а у ЕС топ. Я стоп нацепил аккуратно. ПТМ. Артур. ПТМ.
тут я. Не надо, Берсова. Так, убей. Мало ли танк, еще чуть. В прошлом, когда Кирилла тут сложила, только так и не было, что случилось. Там 60 каем. Ты клип. Готовимся. Попал Е и хил попрать. Стойте, порысь, стопни, просто там сам. Тотем, тотем, быстрее. Может, Берн. Вот им. А, блядь. Сложил. Каждый месяц. Да танчит. Так, ребят. Сейчас будет перерыв 5 минут вам кинут. Я, мне нужен перерыв. Ага. Ну, типа, у нас всегда тут перерыв. Зачем мы будем отходить от традиций? У нас. У Никиты всегда. У Никиты, ну неважно, я привыкла. Что там за колечко? Кастерская, нихуя себе. Я даже не вижу, какое. Кастерское. Че, подыхаем? Том, чё ли? Подыхаем. Да, какой еще? Да, подыхаем. Чувак, короче, ты проспорил, косарь. Чего себе, мы что, спорили? Да, ты сказал на танка. Я говорю, нет, не на танка, потому что на танка у меня уже есть. Я выиграла. Нет, не было такой. Нет, косарь из тебя. Ладно, скину. Так вот надо, пацаны, бабки зарабатывать. Лошьё. Ну так вот. Этот сова сдохни, блядь. Чё за хуйня? А чё бой был на нём? А всё, нету. Косарь голды, надеюсь, или реально? Ну конечно. А можно вопрос? Вы до четверых добываете? Вы умираете перед этим, а перед и вас рога резать? Да. Есть почитку у кого, мамонт? У меня есть Дживс. Могу поставить. А, Дживс, ладно, тогда. Да, таймер нет. Как тут добавится ДБМ? Котя, бля, 10 минут сидит на меня, смотрит, системника жалобно, жрать просит. Как ДБМ давать АФК? Пиздец. Это, короче, вы тогда добежите и умрете, а тогда рестнул, да, получается так. ДБМ брейк 5. Весь я написал, у меня все зависло. Бан ловишь на 5 часов. Ну, сорян, просто хороший еще. Мы добегаем или через уже курим? Помните макро... Ну, сейчас таймер он даст на АФК. А помните, раньше была такая команда, типа, с гильды львать? Не помните, раньше рофлили, макрос прожимали? Да, да, сейчас будет таймер, если у нас РЛ, сука, наконец-то его, блядь, даст. Я завис. Можешь как там кидать участие съесть? Чувава, дай, напиши мне в Дискорде. Давайте сейчас 51 минута, 55 какой-то, 4 минуты хватит. Перед лицом у трэша просто не бегай, спокойно сможешь пройти. Все остальные можете за мной идти. Чтобы этот трэш не чистить, там не умирать 5 раз. Илхан, тут слева, если что, надо обходить. Потом опять трэш загреешь. Я опоздала? Нет.
Ждем, когда друид до босса дойдет, а так все в трусы станете. А впритык к стенке. А ты им сказал, да, как? Ну, Рога уже дошел, друид, он ползет потихоньку. Я бота успею скачать. Это хламобот. А, ну, хламобот сверху потом поставим. Когда все вместе будем. Прям только в стену уперетесь, когда умирать будем. Раньше можно было этот слон был, прыгаешь туда, потом выпрыгиваешь и на лестницу. Сейчас не хуже. Сейчас, кстати, мамонта вообще во всем стене нельзя ставить. Даже когда сундуки уже таймер прошел, все равно мамонта нельзя ставить. Ну, они пофиксили эту херню там на форуме. Это бред, могли просто, когда уже таймер пропал, хотя бы тогда разрешать ставить. Че там, друид дошел? Вообще, теоретически, есть же эти... Сейчас никому не надо. Другие маунты с этим, с дополнительным... Не знаю. Так, друид, сейчас прям идешь ровно под босса и умираешь от него. Там, иди под босса, убери прям под ним. Все, умирай, умирай, умирай. Не надо, нет, умирай, умирай. Все равно один из вас должен умереть. Либо ты, либо Рога. Блять, Рога. Ладно, успел заебать. Теперь просто постарайся поближе к нам, Рога, подойти и мосрез кастануть. А, нет, стой, не кастуй. ДК... Или вар, идите вон трэш там, видите, сзади нас, приведите прям к нам. Я могу откиснуть раньше. Я, конечно, уже пойду, а вот друид почти добежал, а что мешало ему оттуда дать мосрез с этого балкона? А он бы нас таргет не смог, там не поле зрения. Так писал. Мы дальше дошли бы. Ну, там через Рогу, через друида он сможет резнуть нас, Рога. Так бы он нас таргет не смог взять. Не знаю, я в прошлом КД вот тут тоже долго маялись, и нас отсюда Рога резал. Всегда так делать. Не умирайте быстрее. Все, Рога, костюм срез через друида. И чуть ближе можешь подойти. Там не факт, что достанешь до нас. Ну да, вот так должен. Все, сейчас вдоль стенки пройдите, босса не загрите. Трэш сзади надо будет еще убить. И дайте джейсалку. Но если босса эвэдить будем, могут спорить. Мы сюда можем забежать, эвэдить, я не знаю. Так а если стенка будет в тот момент? Еще да, нет, пишите там. Кстати, не, подожди, трэш агрится, когда эти идут. Это точно. Так о чем нет, не агрится, мы убивали. Все, давайте убьем этот трэш просто еще. Не знаю, как убивали. Не пульте, я захилим. Захильте рейс. Вот этих четырех убираем и все. Четверох? Даль, четверох? Ага. Че, танки, татарники. Поехали. Какой танк у нас будет нам? Почему у меня трансмог слетел, я не понял. Может, ты сильно сломан. Как раз ты становишься, тогда трансмог слетает. Да, кстати, кто кого танчит? ДК. Конечно, у тебя гроб будет получше, но ты от трэша лучше переживешь. Там больше магии. А он умеет? Сейчас объясню. Что там, трэш может ловить и все. Что уметь? Лужа чередуешь с кипанием.
ДК, короче, твоя задача. Сначала вот слева, вот там эти, видишь, яйца, будут вылупляться птицы потихоньку. Будешь их всех на себя брать. Когда они все вылупятся, порвемся и зальем их. Все это время ты просто их танчишь. Босс, тебе ничего не надо делать. Потом также будет справа. Все буду говорить. И, Милфан, смотри, получается, когда будет тебя в центр тпшить, смотри, куда все бегут и туда забегают. То есть там нужно от яиц подальше уходить, чтобы тебя не разорвало. И это не только Милфан. Танк тебя тоже будет сильно пробивать, особенно с дебафом. Будут сверки появляться, и рядом с огненными стенами тоже нельзя стоять. А, ну и на... в метки забегайте, вот где поумеет там... Печень. Оставлю вот, например, на себя. Вар знает печеньку. Вот звезда печенька, можете примерно смотреть, если не шарите. Вы скажите ДК, чтобы он к стенкам не подходил и к кучке от этой. Потому что там надо багаться, и он шутит нахер. Да, так. Просто к стенкам и бомбочке не подходи, потому что тебе под стаками будет сильно бить. Так, теперь... В основном диспелит ретрик. Ой, ретрик, говорю, ОДЦ. Но если ДЦ скажет, ретрик, будешь помогать диспелить танка. Стайки. Как раз ДК, ну, это будет. Это Дживс или Хламобот, ебаните красный. Вон слева стоит, видишь? Да, слева и Хламобот, и Дживс. Да, ДК у нас офнулся. Орелок написал же. Так, рыбу похавайте. Кто еще не пахал? Дай масло. Не. Для чего ты, блядь, из уломан ей собираешь, еще масло даешь. Да. Ну мне, что ты мне собрал? Мне хоть одна шмотка упала? Нет. А, кстати, Милфан, смотри, получается, когда тебе скажут, по команде прям на пол, на ДКшку и прям ауешь. Ну, чисто мобов на ДК на пулю. Так, готовность. Если что, босс спокойно эвейдит. Если говорю эвейд, просто выбегаете вот сюда, вот дальше. Сейчас секунду процентов хочу. Да, СС на меня, наверное. Да, СС на мой клав, на всякий случай повесь. А скольки процентов переводится, что все птицы выходят справа на пол? 50. Не, точно не 50. Меньше. Меньше. Ладно, сейчас путеводитель. Как посмотрим. Мы будем убивать сначала одну, вторую, там до 50 все успеем залить. Сейчас. Ебаный хирус. Путеводитель не работает. Ну, все 50, ну там меньше, там 43 где-то. А, первых просто залим. В принципе, у нас есть мутирог, который этот трэш должен разъебать. Да, да. Я почему и говорю.